Доброе утро! Каждое мое утро этим маем начинается с открытия окошка, чтобы пустить свежий воздух. Сегодня он настолько свеж, что на улице 6 градусов, да? Морис хотел сказать, Саш. 6 градусов всего на улице тепла, вы представляете? И сегодня заморозки даже были в отдельных районах Тверской области. Да, Морсик? Я только-только встала. Ой, очень хочется спать, но никак. Очень насыщенная трудовая неделя была. И сегодня пятница. И это последний рабочий день на этой неделе. Обычно я работаю по субботам, но не в эту субботу, потому что завтра мы поедем в Москву. Поэтому буду для вас снимать все следующие, как бы сегодня, и завтра, и в воскресенье, потому что насыщенные обещают быть выходные. Я уже поставила чайничек, сейчас буду заваривать кашку. Вообще все как обычно, утренняя моя рутина. Санек еще встает там с Димой. Полечка уже позавтракала, пошла собираться. Полишка сегодня, ой, извиняюсь, идет на день рождения Сусани. А вечером мы едем все вместе на концерт. Я такая отекшая после сна. У меня здесь лежит супрастин. Саньку сегодня будут делать повторную прививку АКДС, по-моему, ревакцинация у них по возрасту в садике. И от полиомиелита капельки. Поэтому вчера дали супрастин. Я думаю, может быть, даже половинку таблетки дать сейчас. Хотя супрастин, он, конечно, сонный, но это лучше, чем получить реакцию от АКДС. Это такая самая тошная прививка на самом деле. В общем, подумаю сейчас, наверное, после завтрака еще полтаблеточки ему дам. А еще здесь лежит подарок, который Полишка сегодня подарит Сусанне. А так как это видео выйдет завтра, то я могу сейчас показать уже. Это вот такая огромная энциклопедия Marvel. Она нереально крутая. Полишка очень долго выбирала. Сусанна фанатка у нас Marvel. Она смотрела все фильмы. Очень любит. И Поля очень тщательно вчера прямо из всех энциклопедий очень старался, выбирал, чтобы Сусане понравилось. Но она очень крутая. Во-первых, она такая шершавая на ощупь, здесь гладкая. И выглядит внутри это все таким вот образом. Очень такая яркая полиграфия. Гладкие листы. Прям, мне кажется, я вчера сама стала немножечко фанаткой Марвел. Я даже не знала, что есть такие энциклопедии. В общем, здесь все-все-все о героях. Здесь, если по содержанию, если вы увлекаетесь, персонажи, команды супергероев, команды злодеев, где проходили все действия, артефакты, ключевые события. В общем, круто. Кто из вас увлекается Марвелом? Хотели бы такую энциклопедию? Доброе утро! Кто у нас тут пришел опять со своим котиком? И Саньке глазки не открываются. Вчера из-за простин выпил. И сегодня говорит, я не выспался. Я говорю, не ты не выспался. Эта таблеточка такая сонная еще действует, да? Давай, кушай, да поедем. Вчера купили клубнику. Ароматная, но по вкусу, я так подозреваю, еще пока не очень. Но выглядит красиво, да? Кушай, зайчик. У меня моя неизменная каша овсяная. И вот такая вот красота. Орешки, сливка красная и клубничка. Кто не знает, я опять вернулась к своему питанию и к активному движению. Не всегда получается, но каждый день стараюсь закрывать круги на Apple Watch. В общем, подписывайтесь на меня в Instagram, ссылочка в описании. А мне приятного аппетита. Ну и всем, кто завтракает. Хорошо, когда поешь. Решила отдохнуть минутку перед тем, как побегу дальше. Мои пошли уже умываться, зубы чистить. А я сижу. 3 дня, кстати, были магнитные бури. Говорят, что тут были какие-то мега вспышки на солнце, которых таких не было еще там 100 тысяч лет. И, в общем, я в этот раз прочувствовала на себе прямо их от и до. Очень плохо себя чувствовала. И голова болела, а сегодня вроде так ничего, хорошо. Надеюсь, уже все эти вспышки прошли, магнитный фон выровнялся, и все. Я буду себя хорошо чувствовать.
А еще мы с Димой сдали недавно анализы крови общие, развернутые. У Димы вообще все идеально, чего я безумно рада. Вообще все параметры все в норме. У меня очень много параметров, к сожалению, не в норме. И в основном это все, что связано с гемоглобином. То есть, судя по анализам, у меня железодефицитная анемия, низкий гемоглобин и все остальные показатели из-за этого тоже очень либо низкие, либо высокие. Я проконсультировалась, мне посоветовали, какие еще 4 анализа нужно сдать, и после этого будет назначено лечение. Так что буду сейчас заниматься, вам потом подробнее все более расскажу. Но, в общем, я все валю на свое низкое давление, пью кофе, чай с чабрецом или там ультракок пью, чтобы как-то поднять его, а по факту достаточно открыть любую статью про низкий гемоглобин, и все вытекающие последствия, они там описаны. Это и вялость, и сонливость, и упадок сил, быстрая утомляемость, иногда даже депрессия, плохое настроение. В общем, это все про меня. Потому что я действительно иногда просто не могу встать. И оказывается, это не из-за низкого давления, а из-за гемоглобина. Так что я надеюсь, когда я все выясню, как мне его поднять, подниму и буду полна сил и энергии. Маруська убежала. Я взяла с собой сегодня только одну миску с едой. Всю неделю таскала целую сумищу, а сегодня с таким пакетиком. Там у меня только перекус, потому что я сегодня работаю до обеда. И взяла ложку. Вчера я ложку забыла с собой взять и ела шпателями. Кто не знает, шпатели – это такие деревянные штучки и палочки. А здесь у меня свернуты витаминки. Я сразу их не пью, пью теперь чуть попозже, потому что, ну, как бы стакан воды выпила, покушала, и время очень мало проходит, поэтому беру с собой на работу. Пришла зубы чистить, но не могу не почесать нос этому солнышку. Он такой классный. Я всегда, когда захожу в детскую, всегда ему носик чешу. Такой клёвый, да? Ты клёвый. Тебе фокус не наводится. Вот какой усатый. Он подрос. Подрос. Пузо белое. Красавчик. Да, ты красавчик. Красавчик. Хочется ему погулять. Ой, какой тешится. Красавчик. Все, давай, беги обратно в клеточку, беги, мой красавчик. Ой, видите, балдеет, как я его чешу за ушком. Все, беги обратно, давай. Гамачок, беги свой. Туда, оп. Все, пока. И кот тут так, как тут такой. Вот так вот он сидит, смотрит за ним. Третий день подряд я опаздываю на работу. И такая чудесная пробочка. Куда вы все едете, люди? Погода, кстати, налаживается, уже 12,5 градусов. Санька отвезли. Поля сейчас пишет смс, что говорит, забыла, что я сегодня ко второму уроку. Я на работе, одна клиентка уже прошла. Сейчас буду перекусывать. И потом вторая клиентка. И все на сегодня. Я вечный едун. Ну что, Ся, я отработала, закрываю окна, потому что теперь я приду на работу только во вторник. Да, во вторник. Все, выходные объявляются официально открытыми. Сейчас я иду за Полишкой, и мы с ней поедем домой. А еще, кстати, сегодня передвигала, когда календарь с утра. Я поняла, что ровно через месяц ребенку стукнет 14 лет, вы представляете? Поля будет получать в июне паспорт. Мамочки, а еще у нее день рождения в понедельник. И у нас уже есть кое-какие планы, но мы ей об этом не расскажем. Меня видно. Ку-ку. Сижу на Радищево. Так, время уже 13:53. Пью кофеечек, зашла в Айрш-паб, взяла себе кофеечек. Сейчас уже пойду за детьми. Никитос вроде тоже с нами едет, так что пойду. Все гуляют, тепло, хорошо. Сегодня пятница, класс. Пойду сейчас туда, в ту сторону. Может. Я тут нашла пару симпатичных детишек. Вот, так что у нас немножечко переигрались планы. Мы вообще планировали на автобусе ехать. Я даже с собой набрала кучу мелочи.
Но все переигралось, и мы поедем на тачках. Сейчас Дима нам привезет, и мы поедем на машине. Так что круто! А, я так хотела пить. Мы дома, как вы уже поняли. Я поставила пальну, говорю, давай поедим манты. Манты, не знаю, как правильно. Мы купили в магазине от Палыча вот такие вот, с бараниной. Она, не буду, буду лучше обычные пельмени. Ну и ладно. Сейчас я сделаю салатик, мы покушаем, Поля будет собираться на день рождения, а я пойду помоюсь. Блин, первый раз купили манты. Ну, до этого там в кафе где-то брала. Дома никогда не, домой никогда не покупала. И оказывается, их нужно варить в какой-то специальной штуке. Ну, то есть я почитала, что написано на коробке. И варятся они 35-40 минут. Чтобы не упасть в голодный обморок, я оторвала себе кусок лаваша. И там варится манты. Я решила отварить их, как обычные пельмени. Не знаю, что из этого получится. Я думаю, что со сметанкой будет нормально. Да, прижарились уже. Я упустила Палюшкин пельмень. Смотрите, как Полина красиво упаковала Сусане подарок. Ой, тяжеленная. Очень красивая черно-белая нитка такая. Прям класс. Молодец, Поля. Я постаралась. Прям такой дорого-богато. И сюда же прилагается вот такой кота-заяц, которого Полина связала. Он подходит сюда по цветовой гамме и, в принципе, очень милый. Салатик, а можно сделать? Так нужно, это же я на двоих сделала, конечно. Приятного аппетита. А ты что не переоделась-то? Поль, сними рубашку, ты испачкаешь, она потом не отстирается. Ты же кушаешь, как хрюшечка. Сними. Я уже еду, но я пока еду еще только за Сашком. Полина Дмитриевна забрала у меня камеру, поэтому я снимаю на телефон. Я помылась, уложила волосики и решила накрасить яркие губки. А Поля забрала у меня камеру, потому что Сусана попросила пофоткаться. В общем, Поля уже там на дне рождения, она доехала на такси, все хорошо. И теперь я сейчас Сашка высажу к соседям и поеду в Сити за Полишкой и потом на концерт Тимы Белорусских. Тима, будем тусить. Саня у меня в шапке, как грузчик. Ой, какая у меня помада красивая. Красивая, мама? Почему ты мне не делаешь комплименты? Да. Мама сама когда напросилась. Скажи, тебе сегодня делали прививку-то? Да? Ты героически терпел? Ну, так. Чуть-чуть всплакнул, да? Капельку одну, да? Да. Так, слезка такая образовалась в глазике, да? Угу. Ну ладно. Куда делали укол-то? Как это называется? В ляжку. В ляжку. Ляжка, как у моей Наташки. Все, Санек сейчас идет домой, переодевается и идет к соседям. Я еду в центр. Семья воссоединилась. Там Полишка параллельно еще что-то снимает. Мы забрали Диму. Забрали Полину из Сити. В общем, едем все, да? Здрасте. Я за рулем, поэтому пока. Так, значит, мы всех забрали. Забрали Полину. Забрали Наталью. Я не за рулем. Я не за рулем, поэтому пока. Покажи билеты-то наши. А то вдруг не поверишь, что мы едем на концерт. У нас их аж 6 штук. Кому надо? Будем торговать сейчас билетами на входе. Да. Вот где начинается наша очередь. Я как бы подождать. Начинается очередь. Внимание, на середине рубина. Просто. Здесь столько народу. И где здесь найду Сашу с Полиной, там с Ксюшей, с Викой? Позвони девчонкам, может они в очередь. А мне номер нет. Сейчас посмотрим. Вот, короче, очередь. Ужас. Ну, в общем, сейчас позвоню, спрошу. Утро началось, проверки твоего аккаунта. Достаточно времени потерял там. Не знаешь, мне не жалко, и так особо не искать. Все равно горю, как зажигалка. Вот, уже давно пора чок-чок у меня. Но каждый раз ты многие, что нет у меня. Очень много народу. Юля, народ,
концерте. Отлично. Только очень жарко. Ну все, концерт отплясали. А уже в конце, как вы поняли, танцевали в холле, потому что там просто была жесть какая-то. Девчонкам понравился. Это их первый концерт. Я имею в виду Полю с Аришкой. Но нам, конечно, вопросов много очень к организаторам, потому что духотища была неимоверной. И людей было столько на танцполе, что... Ну, танцпол подразумевает собой, что ты там танцуешь. Нет, там невозможно было танцевать, потому что просто все стояли притык друг к другу. И опять же, все было бы ничего, если бы был кислород какой-то. Но девчонки падали в обморок. Хорошо, скоро дежурила на выходе. В общем, к Тиме претензий нет. Тима молодец, зажигалочка, отпел свою, как бы, свою программу. Все подпевали, подтанцовывали по мере возможности. Свет, музыка, все отлично. Но в духотище мне даже голова стала болеть, мне кажется. Все, мы сейчас... я жду Полину с Димой из магазина. Они пошли купить продукты. О, простите, это все недостаток кислорода. У меня и так гемоглобин низкий. Еще и кислорода нет. Сейчас забираем Санька. И все, будем баньки сразу. Потому что завтра мы едем в Москву. Спасибо большое, что сегодня были со мной. Завтра я тоже буду для вас снимать, так что будьте на связи. Всех люблю, всем пока-пока.